3 декабря отмечается День инвалидов Республики Беларусь. В этот день в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района прошло благотворительное мероприятие «Радуга друзей». Наш центр посещает 55 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это дети в возрасте от рождения до 18 лет. На сегодняшний момент у нас функционируют 2 специальные дошкольные группы, 3 специальных класса. Оказывается ранняя комплексная помощь детям в возрасте от рождения до 3 лет, как в условиях центра, так и в условиях семьи. Центр также оказывает коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речи. Здесь создана психолого-медико-педагогическая комиссия, которая позволяет своевременно выявить детей с особенностями психофизического развития и оказать им своевременную помощь, определить образовательный маршрут. В этом году мы работаем над проектом «Разные дети, равные возможности», цель которого – формирование толерантного отношения к детям с особенностями психофизического развития. И ничто иное, как сегодняшнее мероприятие, благотворительное мероприятие «Радуга друзей» доказывает то, что мы идем в правильном направлении. В актовом зале собрались воспитанники центра, а также учащиеся учреждения образования Полочины, которые подарили детям творческие номера. На мероприятии присутствовала директор Витебского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Марина Федорова, а также партнеры центра и спонсоры, которые ко Дню инвалидов преподнесли подарки его воспитанникам, представители предприятий и организации, индивидуальные предприниматели. Организация наша называется «Дом уютной мебели». И особенно мы ценим уют именно вот здесь, чувствовать уют душ вашей работы, ваших деток, отношения к этому празднику. Хочется пожелать деткам, родителям, педагогическому составу, всем гостям уюта, тепла и исполнения всех ваших желаний. Не остались в стороне от мероприятия и сотрудники радиостанции «Европа плюс Полоцк». За месяц до него был объявлен благотворительный марафон. Радиослушатели передавали подарки для воспитанников центра. И 4 декабря «Европа плюс Полоцк» передала их ребятам. Также сотрудники радиостанции организовали для детей настоящий праздник. Ведь их улыбки – самое важное.